Не успели позавтракать, уже обед готовить нужно. Как же меня эта еда начинает напрягать? А что делать? Такова доля. Как я детям объясняю, еда — это наш бензин. Бензин для машины, чтобы функционировал наш мотор на машине, так? И оп. Так и еда. А детки тут мои аушки. Ну ничего, все сломается, переберется, господи. Говорит, мам, я сломала прищепку. Бог с ней, это прищепкой. Смотрите, что творят тут мои с утра пораньше. Привет! 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 Выбрасываю, ничего страшного. Как дела? Как дела, Алиса вас спрашивает. А у тебя как дела, Алиса? Хорошо. Все хорошо? Да. Умничка мамина. Молодец. О, с утра пораньше. Папа у нас отсыпается. Держи, держи. Ничего. Даже если ломается, ничего страшного, Рафуль. Али, мой сладкий. Так, ну а у меня, смотрите, что на обед сегодня готовится. Просто-напросто кусочки ветчины, лучок. Сейчас туда пойдет у меня болгар. Вот он, достала я. Замерзший. Уже давно и не могу никак его. Она сейчас так там куском и брошу растопится. Болгарский перчик. Морковочка у меня была замороженная. Я освобождаю морозильную карту, потому что она у меня была полная. Надо ее размораживать, мыть и готовить к зиме. Вот, то, что взяла, достаю потихонечку все. Здесь у меня морковочка нарезана. А здесь у меня грудка курочки. Всего лишь, по-моему, 3 кусочка. Из-за этого я... Нет, 4. Не филе, не просто как бы обжаривать, а именно с овощами, думаю, сделаю, потушу, будет то, что нужно. И потом будем делать с детьми шоколадный торт, потому что Алиса меня попросила, у меня шоколада не оказалось специально для торта. И у меня вот такой-то остался, я помню, что я его купила. Одно время я кушала очень много черный шоколад, а это перестало, не нравится мне больше. Так что остатки, как раз то, что надо, используем для шоколадного торта. Доброе утро, народ! Доброе утро, добрый день, добрый вечер. Кто меня когда смотрит? У всех разное время, правильно? У нас сегодня, конечно, планы немножко навернулись, Я хотела, чтобы парно немножко сегодня навел порядки в саду, потому что трава, видите, уже какая высокая, по новой нужно ее стричь, косить точнее. Точнее, косить. Я как раз думала, он у меня до обеда покосит траву, а после обеда я часик-другой поработаю в бухгалтерии для ассоциации. И потом к вечеру, думаю, красить. Выйдем на огород, тепло будет, не сильно жарко, солнышко не будет сильно светить, как говорится, и будем все вместе наводить порядки, начинать уже с воскресенья. И нет, дождик пошел, и нельзя работать. Ну и оно, в принципе, отсыпается. А после обеда у нас нельзя косить. У нас по выходным всегда часы берем до обеда. В будни траву косить нельзя между 12 и 2, по-моему, 2. 12, да, 2 часа получится обеденный перерыв. Но тоже есть законы и обходящие законы. Газонокосилка, которая... Держи, мой сладкий. Это большая тишка, бери маленькая. Вот так. Пожалуйста. Вот, есть газонокосилки, которые бензин заливаешь туда. Этими нельзя косить между двумя, во время обеденный перерыв. Разбиваю. О, разбила. Класс. Вот, в обеденный перерыв, выходные нельзя. Нельзя этой газонокосилкой косить, а электрической, между прочим, можно. Вот так вот, так что, в принципе, у нас электрическая газонокосилка, так что, может быть, после обеда можно было бы, если дождя не было. Но дождик, конечно, все планы нарушает, дети не смогут поехать, ручка заболела, поехать на велосипедах покататься.
Может быть, Арнольд в парк какой сходит. Посмотрим. Там мне нужна тишина и покой. Будь здорова. Мне нужна тишина и покой, чтобы работать. Я закрою. Прости большой. Закрою свои батареи. Посмотрим. Пока будем кушать, готовить. Ой, слушайте, вчера забыла вам показать, что Алиса принесла с дня рождения. У нас сейчас все больше и больше люди во Франции занимаются всякой здоровым. Делать собственные шампуни, делать собственные таблетки для посудомоечной машинки, дезодоранты, что там еще. Ну все, косметику всякую. Все стараются делать сами. Как-то, если даже маленький кусочек огородика, там это метр, стараются хотя бы 3 помидорчика вырастить. Все больше и больше такое, знаете. Вот, и детей стараются уже приучать. Вот Алиса была на день рождения вчера, и они делали самостоятельно парфюм. Знаете, детей уже как бы приучают. И самостоятельно вот такой вот для бальзам для губ. Очень такой пахнет хорошо, блестит на губках неплохо. Сейчас накрашу, попробую. Видите, какой хороший. И знаем, что используем внутри. Да. Да что? И пахнет вкусно. Потому что Алиска на меня вчера этим делом занималась. Готовила собственноручно косметику. И принесла оттуда вот эти вот пипетки, которые они готовили. Вчера я помыла ее. Так что Алиса мне: мама, давай еще больше готовить сами всякую косметику. Это классно, что дети интересуются нормальным, как здоровьем. Здоровьем, так скажем. Ой, смотрите. От блеск в этом бальзаме. Оп. И добавлю. Смотри, аккуратно здесь скорлупа. Бросай сюда. Смотри, здесь маленькая скорлупа осталась. Оп. И там внутри тоже? Эри, продолжай. Еще одно. Три яйца. Умничка. Ищи. Открывай, попробуй пальчиком. Получается? Умничка. Арисенок у нас сегодня тортик готовит шоколадный. Хозяюшка. Взбивай хорошо. Иди руки помой сначала. На, взбивай. Вот этой кнопочкой вот этой. Ну, давай. Можешь большой кнопкой, Алис. Алис, большую нажимай. Не бойся, нажимай. Высыпаем муку и сахар. Давай. Нет. Ой, ничего. Сейчас, подожди, мама. Подожди, я до конца добью, но еще не разбила. Смотри, еще видишь, на боках осталось. Смотри, как много еще осталось. Бачки почистили. И по новой сбили. Давай, мама, откроет все. Подожди, мама все сделает. Ты уже будешь сама дальше работать. Je me rappelle, je crois que c'était le truc qui était tombé dedans. Бумага? Oui. Mélange. Mélange? Oui. Tu mélanges déjà bien, et après on va faire un petit. Maman, est-ce que je peux faire avec la machine? Да, молодец. Сейчас шоколад. Умничка. Умничка. Снимай вот эту штучку. Оп. Бегом. Ну. Куртку надо. Кофту снимай. Одевайся.
Одевайся. Бегом. Бегом, 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 бегом. Колокол позвонил. Ква, быстрее давай. Да. Ты что, не слышал? Куда? Куртку одевай. Сумку бери. У тебя сумка где? Куда ты будешь собирать подарки-то и яйца? Алиска занервничала. Алиска. Ну что ж так нервничаешь? А сумка где твоя, Раф? Эй, ты жди брата-то, брата жди. Мадонна Лиса Карафа, quelque chose, ce qu'il a rien. Il a pas. Il a tout perdu. C'est bon? Il sera tout beau avec ça. Qu'est-ce qu'il a lui? Il a pas le sac. Il est critique. T'as pas d'autre? Regarde autre chose. Hein? Je m'en fiche. Ce que c'est petit ou grand, tant que j'ai un sac. Главное, чтобы сумка была, чтобы было куда сложить, правильно. Рафаэля, подожди, Алис. А? Конечно. Oui, tu patientes, Alice. Hein? Oui, oui. Alice, que t'as dit, elle va. Ta-da! Et ça, là? La cloche, ou le cloche. La cloche est passée. Non, les cloches. Les cloches sont passées. Les cloches sont passées. Только спокойно. Спокойно. Три. Два. Давай, Рафа, я же жду. Ну, три часа, три часа. Успокойся. Успокойся. Пусти, пусти маму. Маму пусти, мама первая выходит. Маму пропусти, пожалуйста. Алис. Можно я выйду? Тогда пусти, пожалуйста. Отойди в сторону. Отойдите, дайте мне выйти, боже мой. Стоп! Не, сейчас никто не пойдет никуда. Сейчас вообще никто никуда не пойдет. Господи. Али! Алис, брату оставь! Алиска! Я баба еду ту. Эй, же будет батарея. А это что, проходите мимо-то? Это дебруй pour les restes. Elle a ramassé toutes les œufs, mais c'est pas grave, elle mange pas. Ah bon, смотри, для кого это? Для меня что ли? Et смотри, Рафа. Ничего не видит, Рафа, ничего не видит. О, еще здесь, смотри, пистолет. Бегом, Рафуль, бегом! Она сейчас тебя все соберет. Алиска. Все собрала, все собрала. Больше нет, наверное. Не знаю. Вон там еще посмотри. На стуле, посмотри, Алис. Стул, где стул, посмотри. Алло, стул, стул. Стул. Алис! Давайте поставим. Упс. Боже мой. Все, я думаю, больше ничего нет. Мы уже везде прошлись. Что вы там насобирали? Показывайте. О, фу. Фу, какая бяка. Показывай, показывай. Что там у тебя? Косметичка, на которой можно будет писать. J'ai ça, un truc de lunaire. C'est jeu de société, ça? Tu n'as pas lu, что это? Это не игра? Zara. Eau de Cologne. T'as du духи, Алиса. C'est quoi? Parfum. Oh, c'est un parfum! Духи, Алиса. Montre. Montre, часики. И глюлю. Tu veux toucher? А у тебя, Рафуль, показывай, что? Доволен? Нет, недоволен. А яйца насобирал? Покажи. Не знаю, посмотрим сейчас. Он насобирал все-таки. Вот ты тоже насобирал, молодцы. Молодцы. Так, такая у нас тарелочка получилась. Мяско, можно твоей вилочкой? Мяско в мяске, морковочка.
лучок, болгарский перчик, рыбка, Раф, ну кушай нормально, по-человечески-то. Дуй. Капуста, брокколи, зеленый горох и рис. Дети захотели рис. Где же мой сладкий? Нет, не вид. Считай, сколько. Раз. Раз. Два. Три. Болгарский перец. Четыре. Морковка. Пять. Пять. Плюс четыре. А, еще и салат Жанни кушали, правда. Правильно, правильно. Еще салат кушали. Молодцы. Всем приятного аппетита. Дуй горячо. Да ты ж мамина хозяюшка. Да ты ж... И папа погнался за детем. Мамина помощница. Смотрите, мой ребеночек накрыл на стол. Да ты ж... Где моя красавица? Похвалить ее. А у нас на обед будет вот такая, такое блюдо, картошечка с мяском. Для деток и Арно. Я на гречке и салатах. Салатик, как всегда, у нас лето начинается все. Ну, здесь у меня овощи кое-какие. Шпинат, это горох зеленый, брокколи, шпинат, там еще фасоль, морковь. Вот, Рафочка, Рафочка, аккуратненько. Мино, не посаджу, вы изменяете каждый день. Утром Рафаэль, вечером Алиса, окей? Они за приста постоянно дерутся здесь. Так, гречка моя доварится, Арун там допылесосивает и заби. И обедаем. Покушали, а теперь, чтобы вытрясить жирок, Рафаэльчик у нас занимается музыкой. Давай, Рафуль. Что ты делаешь? Там ты папе ничего не нажимай. Не надо папу там ничего нажимать. То папулька там тебя поругает потом. Давай, как папе показать? Ту-ту-ту-ту-ту-ту, как ты делал? Ритм давай. Не можем звук, потому что... Одно не подключил к выходному колонки вот. Нам по-другому как-то он тебе пока. Пам-пам-пам-пам. Умничка. Алиска, ну покажись, какая ты красотка. Смотрите, у меня у ребенка розовые волосы. Мы ей покрасили волосы розовым. Вот так вот купили такую бомбу, эту краску, распылитель. Решили сегодня побаловаться. Не правда ли, красулька? Иногда можно. Вот, победа. Да, ты с куклой похожа точно. Покушали, теперь надо убирать, потому что Арно мчался. Затем поставлюсь. Все остается на мне уборка сегодня, потому что Арно у меня уехала. Уезжает, если еще не уехал, он только поехал. Выгоняет машину, чуть он закрыт немножко. Вот. Потому что к своему-то волонтерству я тоже, наверное, приучила. Туда, где я отношусь к волонтерам по организации праздников, наша ассоциация в нашем городе, где я бухгалтер-то. Я записала Арно туда тоже волонтером, да, что у нас теперь, когда я не иду, он идет. А то все время я как-то то оставаться не могла, потому что с семьей хотела побыть, а тут мне все галочки, с нами не остаешься, не пообедать, не поужинать, там то-то не сделать. Только прихожу, помогу и ухожу. Вот, так что я говорю, мне неудобно, как бы Арно я не могу пригласить, потому что мне относится к волонтерству. В конце концов, его уговорила, говорю, будешь помогать, будешь людей видать больше, чаще, так что... Раф, стоп! Алиса тебя что-то просит. Что ты хочешь? Мама, оставь чуть-чуть поиграть Алисе, ты же не один. Нет, дай Алисе, она поиграет. А, Алиса, ты можешь желание здесь играть. Какая она. Вот, потому что я и Раф, и Арно тоже прицепила в этот волонтерство. Так что сейчас нужно будет отвезти шоколадных зайцев, напитки, все-все-все, что нужно для того, чтобы, ну, как бы, где мы будем собирать шоколадные, ну, яйца для этого. Господи, для Пасхи-то. Это наша ассоциация организовывает тоже. И у Арно грузовик. Другой грузовик к ним не стали брать. Я говорю, ну, рядом, мы рядом заедем, заберем, отвезем. Арно там установит, разгрузит. Потом за вами приедет, мы поедем вместе. Короче говоря, припахала парня. Ну, ему нравится. Пускай ему нравится. Ему нравится это дело. Он любит общение с людьми. И сказал, будем омолаживать
ряды, потому что у нас там все в основном старики. Вот. Мало, очень мало молодых. Так что Арно, все так обрадовались, когда Арно в нашу этот, в ассоциацию вошел тоже. Тем более музыки понимает. Там мы постоянно мы театры делаем, надо аранжировки всякие, подключать света, музыку, микрофоны, все это дело. Вот, так что все довольны и счастливы, что семейная такая пара вошла в эту ассоциацию, что молодежь, тем более молодые все такие, приходят на замену, ну, пожилым людям уже, и даже старички говорят, ой, как хорошо, то мы как бы покинуть не можем, как бы людей никого нет. Молодежь приходит, значит, и за вами другие все потянутся, а нам, как мы как бы уже уйдем на пенсию. Вот так вот. Так что 25 лет, некоторые 25 лет в этой организации находятся, объедините, волонтерами, представляете? Вот так. Вот, пошла я дальше, брат, еще со мной отвезет все это, я знаю, приедет, а я еще не готова. Так, ну что, мы пришли собирать яйца. Игра для детей каждый год азартная. Кстати, все это дело происходит каждый раз в парке дома престарелых. Считаю, это просто шикарная идея, потому что старички как бы смотрят, когда дети играют. А? Ой, зайчик нас встречает. Старички как бы находятся рядом с детьми, наблюдают. И дети как бы с другими, ну, со старичками общаются. Это, считаю, просто шикарная идея. Ари. Все же, не одинаковые. C'est pas tout à fait. Иди спроси, его ждали, не знаю, навряд ли. Иди найди, найди два, еще два одинаковых. Смотри. А у тебя какие, показывай, Раф. Раф, показывай. Надо тебе еще два красных найти. De rouge. Allez. Cherche bien. Вы, voilà. А другие выбрасывай. Пойдем искать дальше. Пойдем, пойдем. Где Алиса? Ариуанка. Партираба. Ой, детворы полно, конечно. Алло, смотрите, в этом доме. Старички сидят, наблюдают, молодцы. Наши тут все работают. А я отдыхаю сегодня. Да, приехали мы к папе и маме. Помчались детки. Будем здесь еще яйца собирать. Так что моих детей аж три собирать мне яиц. Дома. В городе получается еще девушки. Смотри, куда он полез? И парти парду сюда. Раф, десан. Тебе безю? Тебе безю? Смотри, языком что делает. Смотри, что он делает языком. Вот сейчас руку тебя ням-ням. Pourquoi tu fais des œufs avec la langue comme ça là? Pourquoi il fait avec ça? Ça c'est quand il est en route. Et tu vois, un petit peu excité par la chèvre ou par autre. Regarde, regarde, regarde ce qu'il fait là. Dis donc toi. Alors elles se sauvent toutes les deux les chèvres. Ah. Je viens de les rentrer. Elles ont un endroit, je sais pas où, derrière le buisson. Mais nous pourtant on a bouché. On a bouché hein, mais. Et on a avec Alice on a bouché. Tu sais, ils sont très mal. Zut, hein, je vais les montrer. Attends. T'es encore? Oui, je m'en vais. Dai, dai. Tu peux? Il y a Loulou qui vient là. Attends, attends, vas-y, vas-y, Loulou. J'arrive. Mais alors là, c'est la grande. Hop là, Ouranio, les bouchées. Vous n'en avez pas apporté de pain? Vous n'en avez pas? Non. Oui, mais bon, c'est lui, bien sûr. Galipette. Oh, celui, il est bien bleu. Oui, mais c'est un peu de moisi, mais c'est pas méchant, c'est une péniche. Tiens, regarde. Ça fait plaisir, maman. А, смотри, Рафаэль упал хлебушек. А теперь на мизу? Он две минуты это фей. Он две минуты, что ж, жура. Али, Али, Али. Али, Рафа, бегай, бегай, ищи. Вы должны партажить, а потом. Смотрите внимательно, внимательно ищите. Что ты уже нашел? Показывай. Красота. Продолжай, продолжай искать.
Может, воды с лима. Так, ну что, мы решили взять по Макдональдсу детям. А я буду супчик, наверное, какой-нибудь кушать. Я сейчас салатик, наверное, слопаю один. Мне хватит салатика. А Лискин, как всегда, пальчики облизывает. Нет, мама будет салатик кушать. Приятного аппетита, мои сладкие. Спасибо. Али, спокойной ночи. Алекса? Бонуи! Dormez bien. Dormez bien. Allez, Rafulka, спать. Пока. Баиньки. Allez, Дуду. Переключайся. Рафик. Спокойной ночи, принцесса. Алис, покажись. Покажи, что тебе на голове. Алиску накрутили мы, так что завтра у нас будет кучеряво. Пока-пока. Спокойной ночи. Всем пока-пока.